Всем привет, друзья! Это Сергей, вы на канале Old School Gamer и 34-я часть прохождения Bloodborne. Последняя часть просто дерьмо полное, час потратил, не продвинулся вообще ни на грамм, ни на метр. Все тюбики потерял, все потерял, ничего не получилось, просто как лох последний. Попробуем все-таки как-то это улучшить. Для начала метнемся в соборный округ, поговорим там с NPC. И чуть-чуть, может, пробежимся, пофармим тюбиков хотя бы до 20. И снова в кошмар Менсиса будем пытаться сделать хоть что-то. Не знаю, что из этого получится. Получится, не получится. Посмотрим. Локация мега трудная оказалась. Кошмар Менсиса. Но в целом хотя бы стало понятно, как чего проходить. Думаю, еще пару-тройку попыток, и все у нас получится. Так, ничего нового. А, ну это все уже рехнулось. О, бабка, кстати, в прошлый раз бабки не было и вернулась. Дала мне успокоительное. Все. А ты чего? Это тоже с ума сошла. Короче, все рехнулись тут уже. Конечно, такая хрень к стене присосалась. Как можно вообще адекватно себя вести? Такая мерзкая тварь. Жаль, ее нельзя никак по пальцам ей ударить. Шестипалечная. Так, ну пойдем там наверху. А вы ж халявные. Ртутные пули. Нет, нам нужны тюбики. Он хотя бы немного нафармить с них кровишки. О, тюбик. Так, давай вон того теперь замочим. А тут двое, блин. Эй, твари! Вот, пузырьки пошли в ход. А пусть пока сидит. Я сначала на площади поубиваю таких же, потом сюда вернусь. И как раз с лампой из главного собора телепортнусь в сон, закуплю тюбиков. И пойдем дальше пытаться. О, они уж с одного удара умирают. Ну, а тут можно, кстати, полюбоваться на эту тварину с другого ракурса. Ну, типа, глаза желтые. Мерзкая тварь. Вот что она забыла тут? Привет. О, три пузырька. Ну, отлично, 20 пузырьков есть, но этого мало, конечно, тоже. Кстати, вот хотел я снизу полюбоваться после того, как я посетил верхний собор. Стало многое понятно. Вот, соответственно, вот этот мост, по которому двое ходят. Вон там получается где-то приют. И он в самом храме, да, получается, была битва с двумя аж боссами.
Бам! Ну, а эти двое пропали, да. И Айлин Ворона пропала. Так. Вот, да, вот получается как раз. Крутяк вообще. Вот, он тут. Собрал я какую-то руну, что ли. Да-да-да, вот через ворота вот так пошел сюда. И тут сначала вот в позапрошлом видео дрались с большим инопланетянином, а потом спустились вниз под вот этот храм и сразились уже с Ибраита, с дочь космоса. Соответственно, битва с инопланетянином, походу, вон там была, на крыше, там сад. И оттуда через окно я пробрался по верхним галереям, вон там, поверху. Да-да-да, он там поверху пробежал, получается, по этому помосту. Ну, прикольно, прикольно локация сделана. Я даже в самом начале не думал вообще, когда в этом храме бегал, что наверху окажусь. Ну все, тогда возвращаемся в сон. 18 тюбиков у нас есть. Наверное, пока не буду даже закупать, оставлю просто души впрок, чтоб было потерять. Хоры Мерго, нижний уровень. Я думаю, лучше начинать с кошмара Менсиса. Там хотя бы с тремя великанами драться не надо. Охотники во сне набираются сил, используя отголоски крови. Они поглощают кровь с мыслями о благодарности. Так, и снова мы тут. Что надо заманивать ублюдков по одному. Стой. Хорошо, что это безумие им тоже урон наносит. Черт, ты должен был застрять. Тварь. Что, он жив еще? Так, а из него опарыши вылезли. С опарышами надо поаккуратнее. Блин, они еще попарно. Не хочу драться с опарышами. Дают за них крови мало, а мучений с ними много. Не стоит оно того. Так, надо второго заманивать. Бежит. Так. Вот сюда прячемся. Нифига он семенит. А, тут еще и опарыши. Черт. Я умер. Подожди, это были опарыши, получается, у него из пасти. Это даже, значит, не опарыши, это бычьи цепни. Да. Не нашел я пока, как легче всего справиться с этими врагами. Что-то тут у всех жизней много. Урона получают мало. Так, кровишка моя где-то тут, вот она. Кровишку забрали.
Нифига себе он. Они вдвоем теперь тут идут. Вот это я встрял. Один готов. Опарыши. Сваливаем, сваливаем. А, второй гонится. Плохо, все плохо, лечимся. А, кувырок. Бей его. Кувырок. Бей. Опарыши. Сваливаем, сваливаем. Так, тут еще из первого опарыша где-то ползает. Вот они. Все на охотника. А, блин. Вон они. Умри, опарыш. Отлично, я второй. Самоцвет. Так, дайте отдышаться. Подлечимся. Успокоительное. Нам надо еще одного завалить каким-то образом. Вон он, тварина. Так, надо убегать. Все, отлично. Умер. Супер, супер, супер. Так. А пофиг, выпью успокоительное. Все. Всех тварей убили, вот этих мерзких. Не пойму даже. Полуволки, полу какие-то твари. С червями внутри. Теперь у нас три великана. Четыре великана даже. Первый вот этот простенький. Он не кидается почему-то. Он доуненок. Дебилок. Сейчас мы его попробуем заваншотить. Заваншотить не получилось. Как бы он меня не заваншотил. Так, отлично. И вот тут трое. Какой вариант? Вариант, короче, следующий. Убить дальнего сначала. Глупая идея, а? Супер глупая идея. Так, отлично. У меня получилось выманить хотя бы дальнего. Прям выманить-выманить. Он агрессивный. Угу. А сюда он не хочет идти, походу. Че, он назад пятится? Да, он уходит. Так. Возможно, медленным шагом получится его достичь. Ага, хрен там. Слышь, тварь. Меня бесит, что он может быстро бегать. Меня это даже не бесит, а стремает скорее. Отлично.
Один и есть. Осталось два. Лол. Такого поворота я не ожидал. Блин, опять все заново. Капец, бесит. Очень бесит все это. Эти снова твари против них. Я тактики так и не нашел, которая прям стопроцентная. А нет, 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 нет. Надо убить опарышей на самом деле. Потому что второго я тоже сюда буду заманивать. А парыша плохо. Так, надо переждать. Успокоительного мало, жалко тратить. Так, ладно. Хватит мне того времени, чтобы выманить второго. Привет. Вот он, да, пульнул опарышами из пасти. Тварь. А, нет. Умер. Сейчас умрет. Нифига, он вообще как желе. Умри же, наконец. Умер. А, курок. Так, подлечиться. Нифига я уже 10 тюбиков истратил. Так, опять надо пережидать. Блин, камни черепают, как перевал Дятлова, реально. Осталось последнего выманить. Вон он. Тварь. Эй, тварь, а тут. Безумие, безумие. Прячемся, прячемся. Лечимся. Размах, удар, ваншот, опарыши, курок, а вот он. Прячемся, прячемся. Пей. Успел. Хоть безумие не словил. Так. Черт. Все.
Нет! Курок, курок! Фу! Так. Где моя кровь? Погоня за кровью. А где она? Пофигу. А! Страх и ужас. А, вон у него глаза горят, значит что? Подожди, они у всех горят, нет? Нет, только у этого. Вот, значит, его надо и убить. Ля-ля-ля-ля-ля. Шустрый дядька. Ой. Так. Ну дальше он боится подходить. Это хорошо. Раз. Не попал. Не попал. Опять не попал. Давай. Плохо. Давай. Не попал. Что такое? Не могу попасть по нему. Давай, все, верни. Верни, что не твое. 25 тысяч, 37 теперь, отлично. Так, ну надо теперь с этими двумя как-то разбираться. Сюда забегу. Вот, отлично. Вот, шик вообще, давай, кидай. Блин, страшно. Но он такой вроде. Не бегающий. И колокол слышно. Хорошо, что удар молотом его... контузит. Кровавик ждет впереди. Там? Да, вот, за уголком. Колокола слышно. Кусок кровавика. Безопасное место. Кто ответит за это? Да, уголок безопасный. Ну что, это самый большой пока прогресс на этом уровне за уже... сколько? Полтора часа Менсиса. Осталось разобраться с вот этим. Да, я ж тебя уже убивал и забирал с этого трупа что-то. Итак, Нотр-Дам де Пари. Большой. Интересно, его прям весь. Блин, нельзя выше посмотреть. Прям весь надо излазить. Что бы то ни было, наконец-то мы добрались до главного входа. Открываем ворота. Какой я весь окровавленный. Так. И тут повсюду уже следы чужих смертей. Господа.
Ну так не пойдет. Ненавижу пауков, даже больше, чем собак. Хо! Насколько они страшны, интересно. Очень страшны! Убивай, убивай! Это что такое? Глаза на стенах? Офигеть, реально глаза на стенах растут. Причем повсюду. Тут где-то я видел записку, нет? Пропала. О, нифига, что там у него за оружие такое, такого не видел. А, это какой-то... Блин, пойми что. Нет! Ненавижу пауков! Фу. Большой не может в дверь пролезть, уже хорошо. Твари! Нет, 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 нет! Нет! Еще жив! Нет, нет! Бля, я обосрался! Они бегут за мной! Отстаньте! Отвалите! Хочу иметь с вами никакого дела! Суки! Так, копье вот кто в ответе за это. Угу, я нашел самую даль, докуда они могут бежать. Нет, 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 нет! Блин, они более мерзкие даже, чем были пауки, которые были у Рома, праздного паука. Тыкай его! О! Хорошо. Чё тыкай? Отлично. Надо копье до плюс 9 качнуть, пожалуй. Нет, 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 нет! А ну и сюда. Блин, не-не-не! Иди сюда! Черт! Лечимся. А, у меня 0 тюбиков. Все очень плохо. Там еще здоровое паучело. Ну ладно, он в дверь пролезть не может. То хорошо. Так. Тоже что ли дверь пролезть не можешь? Опа. Отлично. Нет, 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 нет. А, тварь застрял. Нет, нет, нет. Чёрт, он вылез. Кали его. Черт! А, задел! Иди сюда! Там еще один, что ли? Эй, это мое копье! С другой стороны, нет? Нет? Надеюсь, он не плюется ничем. Большая тварь. Ой, 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 ой. Блин. Так стрёмно. Нифига, нифига себе. Как же с ним быть-то? Эй, не могу, мне стрёмно. А, что творит? С тобой быть-то? Ну это не серьезно, господа.
Это никаких пуль не хватит. Так. Пауки боятся огня? Должны бояться. Нормал. Блин, этого все равно недостаточно. Так. Можно использовать кровь Аделлы. Взять себе псевдопуль. Стрельнуть в эту тварь. Еще псевдопуль. Окей. Меняем пушку. Пистолет. И 5 выстрелов у нас есть. Нет, тварь, я к тебе не подойду. Максимум, чтобы нанести последний удар. Так. Готов. Всего 3700 за него дали. И 8 ртутных пуль. Так, и это еще получается не все пауки. Он еще 2, как минимум. Это что же пауки вроде? Да. А, нифига, куда он упал. Калива. Готов. На пару тюбиков было бы шикарно. Так, это клетки. Это, походу, последний. Не уровень, а мерзость какая-то. Так, все, отлично. Убили пауков, вроде бы всех. Но лучше поаккуратнее. Тюбиков нет. И... 55 тысяч свои сохранить, шансов тоже мало. Вернуться сюда, чтобы все забрать. Так, кто тут шуршит? Не говорите, что тут еще и охотник. Ну он стоит же, охотник, да? Твою мать, как все это пройти? Стеной клинок шамана. Окей. Лучший выбор рейтинг, поэтому с посланник обращайся аккуратно. Блин, ну без тюбиков я с ним бой не выдержу, я думаю. Есть вариант еще вот на второй этаж подняться, посмотреть, что там. Кто-то там шуршит. То есть не исключено, что там еще пауки или хрен знает. Ага, паук, действительно.
Знание безумца. Я уж сам безумцем стал. Время для помощники. А вот она. Дозвонилась, сука. Холодная кровь сородичей. Ну, хоть эти мерзкие звуки прекратятся. Ну вот как разобраться с этим товарищем, который там стоит. Просто боюсь, что он меня может как кто-то из церкви еще и заваншотить. Если он с огнестрелом. Меня там только копье может спасти. Но лучше, если что, убегать. Хотя бы если телепортироваться, у меня будет плюс левел и денег на... Судя по обилию крови... Давайте посмотрим. Все, она сейчас побежит на нас, да? Не нравится мне все это. Подождите, их там два, что ли? Или это что за призрак заднего? Подходит. Или это другой игрок? Ох, нифига себе, луна. И дети орут. Он бежит на меня! Убегаем, убегаем! Попробуем его куда-нибудь заманить. Понять бы теперь, где он. Как бы я сам себя не заманил, куда не надо. Так, ну вроде он не стрелял, ничего такого. А вон он вернулся назад. Так, он побежал сразу, как я прошел вот в эти, типа, ворот. О, норм, норм. О, нифига он. Умалишенный. Что такое? Какое-то облако. Напустил, перданул, он перданул. Сваливаем. А! Сваливаем, сваливаем. Так. И он ступает назад. Если совсем уж я буду внимательным, мне кажется, у меня есть шанс его убить. Но если я погибну, свою кровь я уже вряд ли верну. Все, сваливаем, сваливаем. Беги, беги. Ты ж не перданул. Так, по нему еще один заряженный удар копьем. В принципе, он мертв. Так. А-а-а! Твою мать, скотина, отстань от меня.
Вон он вернулся на прежнюю позицию. Давай, иди сюда. Черт! Он еще жив. Ну ладно, по нему точно один удар. Повторим. Круг почета. Интересно, а можно вообще настолько сильно задрочить Bloodborne, чтобы целиком его пройти без тюбика вообще вот с нулем? По сути же тут от любого удара можно увернуться. Все, можно контратаковать. Когда уже задрочил всю тактику, очень жаль. Действительно. Когда задрочил всю тактику, мне кажется, можно любого врага и босса убить без потерь. Все, сейчас этот очкарик сдохнет. Надеюсь. Последний удар копьем. Он по мне попал, но я его убил. И сгусток крови. И успокоительное. Это, конечно, замечательно. Что делать дальше? Сокровище волшебно. Судя по звуку, тут опять враги. Время для сокровища. Кто это? Блин, реально они задолбали. Сколько можно? Хоть тюбик бы дали какой-нибудь. Жизни нет, ни хрена нет. Вот есть у меня пузырек крови Юзефки еще. Давайте применим. Непонятные детишки ходят, топают. Ой, не знаю, что это за звук, но мне он не нравится. Блин. Так, ну они просто вообще ходят. Возможно, до первого удара по ним. Опа. До свидания. Угу. Остановился. Малышок. А, ну вроде они не такие уж страшные. В любом случае нет, я не полезу на рожон. Просто потому, что нету тюбиков и очень далеко до сюда бежать. Их тут еще и много, кстати. Надо копье качать дальше. Давай. Угу. Хранителя нет тебе пощады, поэтому время для крови. Тут много.
Опа. Не попал. Привлек вам внимание. Надо убегать. Угу. За них всего-то 500 дают. Че, попробуем? Нет, возможно, тонитрус тут нужен. Меч мало сносит. Мечом стрёмно. Тонитрус можно попробовать. О, нормал. Тони трусом с трех ударов валит. Еще двое. Блин, а Тони трус, у меня жизнь-то потихоньку опускается. Совсем забыл про это. Давайте пошарим. Писали же сокровища. Наверняка тут что-то есть. Вот. Сгусток крови чудовища. Бешеная холодная кровь. А это... Офигеть! Офигеть! Это же шорткат. Клампи, лифт. Шикарно. Как я рад, что уехал в Ленинград. Так не понял я, про какие сокровища шла речь. А, во. Ритуальный материал волшебно. Желтый хребет. Ну, отлично, все получилось. Получается, с первого захода я смог пройти вот внутренности пауков, охотника и вот этих мелких тварей, добраться, чтобы до шортката. Это просто великолепно. Великолепно. Поехали. Закупимся тюбиками. Нафига нужен вот этот рычаг, до сих пор не пойму. Устройство не работает. Нахрена оно нужно? Неважно. Теперь у нас есть короткий путь. Ну что? Качнем дальше. Ну давайте силу до 35 догоним. Куплю ровно 20. Отлично. Починить. Усовершенствовать. Давайте смотреть. А тонитрус 8 таких нету. Ружье штык даже 5 нету. Плохо. Можно во что-то вложить двойные кровавики. Пистолет можно, конечно, поулучшать. Thank you.
Да, не знаю, есть ли смысл в этом. Давайте пока ничего не будем. Посмотрим лучше. Молот, меч. Может, еще я лучше какой-то камень нашел для него. Нет. 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 Ружье штык. Вот ружье штык можно загридить. Так. О, 107. Отлично. 117. Отлично. И 125 этот видел. Да? Вот. Вот. Ну и тонитрус последний. Вот в тонитрусе у меня какой-то камень стоит, который... А вот, очки жизни постепенно убывают. Минус 4, да. И во втором слоте такой же. Зато он мощным его делает. А может еще сделать мощнее. Ну вот, хоть получше все сделали. Ну и можно возвращаться. Теперь нам надо хоры Мерго нижний уровень. Фу, пауки такие мерзкие были, прям выбесили меня. А охотник, кстати, вот тачкарик простой какой-то. Как камера интересно движется. Так, идут повсюду опять ублюдки, правильно я понимаю? Теперь-то нам нечего бояться. Эй, детишки, я уже здесь. Странные какие-то враги. У них еще лица какие-то непонятные. То ли в масках, то ли каменные. А я их боялся. Давай посмотрим на тебя. Ну, а какие-то каменные морды у них. Глаз. С паучьими лапками. Что за бред творится? Фу! Так, с той стороны я смотрел, да, там за зеркалом чуть лежало. Тут еще поверху можно пройтись. Библиотека. Знание безумца? Нет, голубой эликсир. Можно упасть. Ну, не, лучше по лесенке. А вот этот побольше, тварь. Для таких у меня есть прокачанное копье. Давай, давай. Жирная тетка. Здесь только любознательность. Действительно.
что за хрень? Бездонная яма в полу, это просто какая-то кислота. Такое чувство, как будто главный герой просто обожрался ЛСД, его плющит. Вот реально, что такое? Пол просто, в нем дыра и ничего нет. Просто тупо ничего нет. Ага, и он еще большая тварь. И маленький ублюдок. С маленьким ублюдком разобрались. Туда. Опасно всякие перекаты и все такое. Какие-то рога еще. Первый раз мне этот гаденыш ударить смог. Угу. Они с арбалетами рогатые. Лучший способ — выманивайте. Пиу. Получай. Не поможет тебе твоя цепь. Так, надо этих ублюдков. Вот, блин. У-ху-ху. Отлично. Свинцовый эликсир. Ну все, вроде тут еще один лифт. Наверх. Лифт наверх. Угу. И кто-то тут умер. Ну, вы мне призрак покажете? Кто-то чавкает. Хоть на улицу вышел. Пес, мерзость какая, о, птица. Время для безумия. Да вы охренели, какое время для безумия? Я и так уже безумен. О, блин. Реально пес-птица. Эволюция навевает воспоминания, действительно. Но это, походу, обычная ворона, просто с пришитой головой пса. Что, блин, за остров доктора Мора? Или голова профессора Доуля? Или собачье сердце? Не помню. Вся классика переплетена вот в этом существе. Ни хрена он не видно, все туманом окутано. А ну еще не. Всех убил? Птица от них тут воняет, и пес мерзость какая.
Осквернение навевает воспоминания, рано или поздно духовные деревни. Вот кто ответит за это. Духовная деревня, Менсис. Тут же просто собаки ходят. Давай, иди сюда. И ты давай. В гнезде, тварь. Вот, блин. Я думал насмерть, но нет. А вот теле насмерть. Такой бред. Капец. Тупее смерть. Была, наверное, конечно, но... Все равно это не делает вот эту конкретно смерть умнее. Эй, детишки, я уже здесь. Они еще и бьют слабенько, вот эти, без арбалетов, которые. Эй, детишки! Сколько вас тут? Так, ну я тоже что там мучу какую-то нездоровую тему. Совсем уж на рожон-то не надо лезть. Тут у нас большая тетя. Опа! Три удара по ней. Ничего из них еще не выпадает. Оп. Хе. Лол. Тетка. Так, тетя привлеклась. Тетя Груня. Что пишут? Бойся падения, действительно. Такая у нее рожа мерзкая. Реально, страх и ужас. Ты что, жена Менсиса? Получай.
Ну-ка, давай ее перевернем. Посмотрим на то, какая она мерзкая. А, это маска у нее. Ну ладно, тогда. На самом деле, главное не упасть. И вот тут главное не упасть. Там даже есть какое-то дно. Так, давайте вместо Тони Труса молот-меч поставлю. Кажется, эти птицы хорошо мечом убивать. Давай, сползай. Тварь. Пёся, птица. Молодец, хороший мальчик. Спи. Где моя кровь? Вот в чем вопрос. Вот она. Отлично. Так, я только сейчас кое-что понял. И это кое-что очень прикольное. А именно вот эти рычажки, видимо. Вы же понимаете, куда они ведут? Оу, да. Оу, да. И они ведут к лампе. Шикарно. В принципе, уже больше часа видео. Сейчас будем, наверное, заканчивать, раз шорткат такой нашли. Вот тут чуть-чуть досмотрим. Скрытый путь от них тут воняет. Чуть-чуть досмотрим. Все-таки запрыгнем в эту сраную клетку. Кажется, лучше все-таки вбежать в нее. И собачек вот этих поубивать, тут посмотреть, что. Пёся. Ха-ха, это собака с птичьей мордой. Я даже не знаю, что смешнее. То, что она провалилась сквозь текстуры. Кусок кровавика. Помни рассвет. Я-то помню. Получается, он там где-то в мосту мигал-то эта хрень, которая безумие вызывала. А он там поверху, что ли, бежал или нет? Нет, там кто-то ходит, смотри. Шляется он, здоровый. Так, давайте, наверное. Зловещий жаждет встречи с тобой. Помни здравый смысл. Я подозреваю, там босс уже впереди. Так что лучше пока не пойдем.
Давайте вернемся вниз. Тут, судя по всему, будет какой-то второй шорткат еще наверх. То есть уровень весьма большой. Кстати, вот этот маршрут, то, что я вот сделал только что, после того, как упал, то есть пробежал вот сюда и вот так оббежал, чтобы спуститься сюда. Это довольно короткий и простой маршрут, там нету трудных врагов. А вот то, что я вот оттуда, вот от той лампы, вот так вот шел, там и великаны, и пауки, причем один большой, и охотник, вот это было трудно. Время для плача. Ну а да, для чего и трещак, значит, нужен был. Ну все, возвращаемся. Силу качнем. Ну и, пожалуй, на этом закончим. Уже 1:12. Но, в отличие от прошлого видео, это обернулось успехом. Довольно много получилось пройти, добиться определенного результата. Но кошмар Менсиса еще не закончен. Постараемся допройти его в следующей части прохождения Bloodborne на канале Old School Gamer. До скорых встреч!